Если это шутка, то забавная. Если это правда, то ужасная. А пока официальные СМИ Рафистана это не публикуют, но вот кроме сайта «Панорама» еще нескольких мест, которые сообщили, что первым указом Сергея Дегтярева в Рио губернатора Хабаровского края стало основание программы «Чистый край». И согласно этой программе будет втрое увеличено число саун в крае. На это будет затрачено около 200 миллионов рублей. Вот. Таким образом, в Рио губернатора якобы собирается бороться с распространением эпидемии, ну, повышением иммунитета. Вот. Правда это или нет, не знаю. За что купил, за то и продаю. Повторюсь, если это шутка, то забавная, ибо Михаил Дегтярев известен своими фотографиями с Жириновским в сауне, где он сидит в очень подчиненном виде. Вот. И мы все знаем уже, да, о пристрастиях Владимира Вольфовича. Вот. А если это правда, то правда ужасная. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Есть вещи куда более ужасные, такие, что могут сделать меня гораздо более волосатым. А почему я говорю про волосы, вкратце скажу. Ученые Гарвардского университета выяснили, что с увеличением волосатости на теле человека связан синдром гусиная кожа. Во время таких перепадов температуры, когда тело начинает испытывать холод, оно покрывается так называемой гусиной кожей, такими пупырышками, происходит активизация стволовых клеток волосяных луковиц. И если длительное время, определенное на холоде, человек на таком пребывает, и у него долго эти мурашки, тогда происходит активизация роста волос на теле. Вот так вот. Не знаю, к чему я это сказал, но перепад температур очевиден, дорогие друзья. И сейчас вот я вам просто зачитаю статью, я не буду ее комментировать даже, потому что я в этих делах особенно не разбираюсь, но просто обойти стороной эту новость я не могу. Просто не могу, потому что это вот апогей человеческой трагедии. Понимаете? Сейчас я вам расскажу эту новость. Я прочитаю ее с официального сайта новостного агентства независимого News.ru.com. И ссылку на эту новость вы, друзья мои, найдете в описании к ролику. И также, как и другую информацию, чтобы открыть описание к ролику на мобильном устройстве, под экранчиком треугольничек вниз, пальцем ткните на него, и у вас все откроется. Не бойтесь тыкать туда пальцем. Подписывайтесь, если не боитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере вашего желания и возможности поддержите мой труд, ибо, друзья мои, я сам по себе тружусь без редактора и спонсора с волосатой лапой, которые бы мне указывали, про что говорить, а про что молчать. Что ж, про это я молчать не могу. В Чечне родные политэмигранта Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство в Австрии. Я просто прочитаю эту новость. Она и так опубликована. Виновными в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне. Это сообщает «Кавказ Реалии» сайт. Родные убитого в Вене критика Чечни Рамзана Кадырова записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. Само видео распространяется через соцсети и группы в мессенджерах. Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связи и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое, и он должен по их поручению это говорить, утверждает на чеченском языке близкий родственник Умарова. По его словам, тогда родные Умарова поняли, что его надо будет остановить в любом случае. Мы остановили его,
поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое, сказал родственник на видео. К обращению присоединились брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом Али Усманов. Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас, добавили они. Ранее вдова Умарова Зарима заявляла о причастности властей Чечни к его убийству. Ну, Зарима находится не в Чечне, а в Австрии. Вот. Мамихан Умаров, вот, также известный как Анзор из Вены, был убит выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел YouTube-канал, в котором критиковал главу Чечни и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магомадов. Дело об убийстве расследует Австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Весьма серьезное ведомство, это я в скобочках цитирую. Мотивы убийства следствием пока не установлены. Они очень тщательны, они отвечают за свои слова. Однако версия политической расправы не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства. И австрийцы, поверьте мне, держат слово. На самом деле в Австрии очень серьезные вот эти структуры, они не агрессивны, они не суются во внешнюю среду, но покой в своем государстве они защищают очень тщательно. И вот такие вот убийства, которые происходят в таких странах, это как пощечины главам этих государств. Вот. К слову, вот завершается статья. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов. По словам Кадырова, стоит правозащитникам начать в кавычках переживать за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается. Мы проклинаем всех, кто взращивает горлодеров. Помните, что еще до нашего спроса от вас избавятся, как от расходного материала. Это должен понимать каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласиться на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас. Предупредил других еще живых блогеров и критиков Кадыров. В Кремле тоже заявили, что не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым. Если он критиковал Рамзана Кадырова, и если он чеченец, то значит нужно сразу говорить о Кадырове? Ну, согласитесь, нелогично, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Друзья мои, вы знаете, это я просто прочитал статью. Ссылку на статью вы найдете в описании к ролику, так же, как и данные, по которым вы сможете взять и поддержать мой труд, если захотите это сделать. Я комментировать это не буду никак. Ни по национальному подтексту, ни по политико-тираническому подтексту. Скажу лишь, что вот это все происходящее, это великая трагедия для семьи, для рода Умаровых, великая трагедия, и вот так вот, такова цена слова. Вы знаете, это все на самом деле ужасно. Напоследок добавлю, что вот мне в связи с предыдущим роликом приходит сообщение о том, к примеру, что вот как твитнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, получают, сейчас одну секундочку, 14 правительственных министров получают деньги от доноров, связанных с Россией. Это твит The Times, газеты The Times, весьма респектабельная официальная газета Великобритании. Сейчас власти Европы и Великобритании всерьез займутся иностранными агентами. Это мое вам бесплатное предсказание.
Дело не в том, что они кому-то сочувствуют или не сочувствуют. Там тоже живут люди, которые хотят жить мирно и спокойно. И когда у них на землях, на их суверенных землях происходит что-то вроде дерзкого и наглого убийства, пусть даже это не их гражданина убили, а пролита кровь другого, ну, человека из других земель, они будут заниматься этим всерьез, потому что это настоящая пощечина, понимаете, пощечина самому государству, принципам этого государства и так далее, потому что все люди, которые там живут, в таких государствах, они находятся под защитой этих государств. И вот такие убийства, кто бы их ни совершал, тем более если они из-за границы, откуда-то хвосты тянутся, то эти убийства очень сильно подрывают взаимоотношения между государствами. Понимаете? Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Данные вы найдете в описании к этому ролику. Если у вас, конечно, есть такая возможность и желание, пожалуйста, последнего не надо. Вот. И знаете что, помогайте друг другу, не осуждайте друг друга и никого не осуждайте. Будьте гибкими, будьте спокойными и живите с прямыми спинами. Сохраняйте человеческое достоинство в эти чудовищные, непростые, но иногда столь забавные времена. Быть добру, я верю, что в конечном итоге добро восторжествует. Цена слова. Вот такая цена, друзья. Но тут слово переплетается с амбициями. Все на самом деле замешано на психологии. И об этом я поговорю с вами в одном из ближайших роликов. Да, напоследок скажу. С утра встал и сказал себе: сегодня я воздерживаюсь от алкоголя. Сегодня я воздерживаюсь от алкоголя. И я буду воздерживаться, даже несмотря на новости, которые я вам сейчас озвучил. Доброго денечка!